Марина Петровна, извините за опоздание. После звонка ко мне никто не заходит. Да, но там пробки. Мария, я что, неясно сказала? Закрыла дверь с другой стороны. Маш, ты сделала домашку? Да. Дай списать, а? Иначе мартышка меня прибьет. Держи. А, ты мой спаситель. Спасибо. Пустяки. Маш, я не хотела говорить. В смысле? Там твой Макс с Кирой, они в раздевалке зажимаются. Маша, нет, это не то, что ты под... Милая, прости, я люблю только тебя. Помнишь, ты мне говорил, что никогда не предашь меня? Да, конечно. Так вот, свои слова надо сдерживать. Нет! Странно, сегодня как-то Макса нет. Ага, и мусорами кишит вся школа. Класс, сохраняйте спокойствие, у нас внештатная ситуация. Всем в срочном порядке пройти на проверку. Думай, стоп. Дай 10 тысяч приюту для собак. Стоять, милочка. Где вы были во время присвоения вам 5-го уровня? Сэр, подождите, смотрите, у нее же 1-й уровень. И правда, перепутал. Свободно. Маша, разве не ты последняя видела Макса? Чего вы меня спрашиваете? Он с Кирой последний раз в раздевалке зажимался. Что? Это не я. Мамуль, я дома. Привет. О, давай я тебе помогу. Пойду вынесу мусор. Спасибо, солнышко. А то я не успеваю. Блин, завтра же итоговый тест. А я нифига не знаю. Эй, постойте, у вас вот выпало. Что? Спасибо, я такая раззява. Слышь, а что это за девушка с 1-м уровнем? Да, это Маша. Тише воды, ниже травы. Марина Петровна, вызывали? Да. Мария, ты в курсе, что завалила итоговый тест? Может, как-то можно решить эту проблему? Что? Да как ты смеешь это предлагать? Вон пошла отсюда! Маша, что у вас там за крики были? Да вечно нашей мартышке не угодишь. Ты же у нее была любимицей. Она отлично шла. Контрольную, видите ли, один раз завалила. Всем привет. Маш, ты слышала новость? Наша мартышка крякнулась. Да уж, что-то странное у нас творится. Стоп, а что с твоим уровнем? Рекламная пауза. Подпишись на мой телеграм-канал. Стоп, а что с твоим уровнем? Так это я списывала на контрольной. Серьезно? И за такое дают 5-й уровень? Кто бы мог подумать. Эй, Маш, ты знаешь ответ на 5-й и 7-й вопрос? 235 и 79. Спасибо! Кстати, ребят, у меня сегодня день рождения, так что вот, угощайтесь. Кушайте, вам понравится. Ну, минут 20 у них осталось. Внимание! В школе орудует человек с высоким уровнем опасности. Всем немедленно спуститься в спортзал для проверки. Нужно срочно перекинуть. Что? Нет! Телефон разрядился. Настя, помнишь, тебе нравилась моя косметичка? Так вот, дарю. Что? Ты серьезно? Да, я все равно себе новую взяла. Спасибо! Все выстроились в шеренгу. Следующий. Че спим? Показывай свои вещи. Пожалуйста. Сэр, мы нашли ее. Вот девушка, которая подмешала конфеты. Она была в косметичке. Нет, это не мое. Свободно. Маш, ты слышала? Все эти беды в школе натворила Настя. Да-да, она ведь такая ведь тихоня была. Ага. Внимание, сегодняшний день объявлен днем зачистки. Просьба всех покинуть помещение и запереться дома. Мам, милая, ты слышала, что объявлен день зачистки? Да, немедленно запри дверь. О, нет, это они. Кто? Чистильщики. Пожалуйста, откройте, они уже рядом. Маша, даже не смей. Мам, что это за зачистка? Один раз в 10 лет силы тьмы выбирают день, когда сметают всех на своем пути. Они ищут какую-то свою повелительницу. Что, милочки, думали спрячетесь? Ты, покажи свою руку. Не может быть. Господин, это она. Сила и я у нее. Как же мы вас долго искали. Запустить трансформацию. Повелительница, мир зла и тьмы ждал вас. Добро пожаловать в чистилище. А ты подписан на мой телеграм-канал? Ссылка в описании.